Находясь на маршруте патрулирования в районе дома номер 50 на Находкинском проспекте, инспекторы дорожно-патрульной службы заметили автомобиль, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора. Госавтоинспекторы начали преследование нарушителя. На требования полицейских остановиться водитель не реагировал. На улице Ленинской транспортное средство остановилось. К нему подбежал инспектор дорожно-патрульной службы, открыл дверь. И в этот момент правонарушитель внезапно начал движение и, протащив сотрудника полиции несколько метров, ударил автомашину о стену дома, причинив полицейскому телесные повреждения. Правонарушитель вновь попытался скрыться, но заехал в тупик. При задержании 20-летний местный житель оказал сопротивление. К нему применена физическая сила и спецсредства – наручники. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения приморец отказался. Обучение на право управления транспортным средством он не проходил. Гражданина доставили в отдел полиции, где в отношении него составлены 7 административных протоколов. Мужчину арестовали на 15 суток и поместили в спецприемник. Инспектор дорожно-патрульной службы госпитализирован. Медики диагностировали ему перелом ключицы. Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения. Правонарушителю могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудник полиции прооперирован, он идет на поправку.